Всем привет! В эфире канал, посвященный LEGO и LEGO совместимым конструкторам. Какое-то время назад на канале был обзор вот такого небольшого военного самолета из серии Combat Zones от Enlightened Brick. Сегодня мы рассмотрим его уменьшенную версию, хотя казалось бы куда еще меньше, но вот есть еще Small Plane так называемый. Артикул 801, 25 деталей. Небольшой самолетик, который можно модернизировать в какой-то хот-род и вообще непонятно во что. Китайцы просто жгут. Смотрите, вы можете определить, для чего это нужно? Я нет. Ну ладно, оставим это на их усмотрение. Пропеллер крутится, как нам показывают на торце коробки. В комплекте есть мини-фигурка пилота. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри инструкция и пакетик с деталями. Ну что, давайте соберем. Наборчик небольшой, может быть, даже перемотка и не понадобится. Вообще такие наборчики, конечно, мне нравятся тем, что в них есть мини-фигурка. Enlightened Brick делает очень интересные наборы. Enlightened Brick делает очень интересные микронаборы. Как правило, в них есть не только мини-фигурка, но еще и парочка-тройка интересных очень деталей. Ну, например, вот как этот хвост. Также в комплекте вот здесь, конкретно здесь, есть парочка вот таких крылышек. Достаточно интересных. Пропеллер. Мини-фигурка отличная. Колеса. И все это за какие-то смешные деньги. Я не помню, сколько он стоит. Ну, я думаю, в районе 50-70 рублей. Так, осталось еще буквально парочку деталей. Смотрите, вот какая деталька. Причем это не наклейка, это принт. Именно принт, а не какая-нибудь там второсортная наклейка. Пропеллер крутящийся. Стеклышко небольшое. Так, хвост. Хвост наденем. Так, и что у нас еще? Еще колеса. Также здесь есть колеса. И также тут есть оружие. Причем не простое, а какое-то оружие наемников, я бы даже сказал, для боя в помещениях с небольшими габаритами оружия. Counter-Strike какой-то. Мини-фигурка собирается сложно, как обычно. У Brick вставляются руки очень туго. Лицо леговское, а не авторское от Enlighten. Шлем с очками. Пару раз мне попадалось, что очки были очень плохо садились на этот шлем, болтались и вырывались из него. Но здесь все прошло как по маслу. Итак, модельку мы собрали, точнее самолетик. Говорить о нем особо нечего. Маленький самолетик пригодится на детали. Если у вас уже есть вот такие зеленые наборчики от Enlighten, можно собрать что-то более капитальное. В том числе можно использовать вот его большого брата. Если их совместить, можно собрать что-нибудь более интересное. Например, пропеллеры разные, можно было двухпропеллерный собрать самолет, двухмоторный, но, видимо, не сейчас. Ну, хотя можно совместить еще с каким-нибудь набором и собрать.
Это был микрообзор микронабора серии Combat Zones от Enlightened Brick, артикул 801, 25 деталек всего, собрали мы его очень быстро, да и собирать там особо нечего. Покупки рекомендую, если вы его найдете очень дешево, ну в районе 50 рублей, и можно его использовать как запчасти, как источник для мини-фигурки. В общем, неплохой наборчик. На этом у меня все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до свидания.